Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о главных событиях, произошедших в городе и области за минувшие выходные. Смотрите сегодня в выпуске. Профсоюз Смоленской АЭС поздравил культуру. Давайте посмотрим на образование просто как на факультатив какой-то. Семинар для учителей физкультуры. Сводка криминальной обстановки в городе. Старт финальных игр по баскетболу. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 25 марта ежегодно в России отмечается День работника культуры. Профсоюз «Смоленская АЭС» в этот день с профессиональным праздником поздравил руководителей творческих объединений сектора культурной и досуговой работы. Подробности в нашем первом сюжете. На концертной программе «Созвездие талантов Атомграда-2016» в зале, как обычно, на выступлениях творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации САЭС не было свободных мест. Все концертные номера, улыбки зрителей и бурные аплодисменты были адресованы творческим людям, которые каждый праздник делают ярким и незабываемым. Творцов поздравил председатель профсоюза атомщиков Юрий Кузнецов и вручил благодарственные письма. В этот вечер в ходе голосования зрителей и горожан города каждый культурный работник Смоленской АЭС был номинирован. Сюрпризом фестиваля «Созвездие талантов Атомграда-2016» стал финал. За доброту и отзывчивость, внимание к атомному творчеству, культуре и искусству председатель профсоюза САЭС Юрий Кузнецов удостоен заслуженной звезды в номинации «Золотой босс». А в областном центре готовится к 7-й благотворительной неделе «Детский киномай». Этот кинофестиваль в Смоленске стал традиционным. В этом году с 12 по 18 мая дошколятам и учащимся устроят просмотры фильмов, а также мастер-классы, конкурсы и встречи с известными артистами. 26 марта во Дворце молодежи прошел обучающий семинар по реализации государственной политики в области физической культуры и спорта. Этот проект Смоленской академии предложил директор атомной станции Александр Васильев. Занятие первое – вводное. На семинаре присутствовали преподаватели школ и тренеры оздоровительно-культурного комплекса нашего города. Цель таких семинаров – внедрение новых методик в физкультурное воспитание студентов и школьников. Привезли мы сегодня тех специалистов, которые нам позволят начать работу такую системную с некими базовыми вещами, которые интересны всем. Ну, во-первых, это детская биомеханика и детская анатомия. В следующий раз Академия пригласит детского психолога и специалиста по борьбе с допингом. Это серьезная проблема, с которой бороться нужно, начиная со школы. Президент поставил конкретную задачу. Очистить нашу физическую культуру и спорт от допинга, и мы должны сделать максимально все, чтобы эта профилактика начиналась у нас уже в школе. Планируется провести цикл таких занятий. Программа будет достаточно обширной и охватывать многие виды спорта. Смоляне смогут бесплатно получить участок земли для подсобного хозяйства или фермерской деятельности. Комитет областной думы по вопросам агропромышленного комплекса 21 марта рассмотрели проект закона, по которому в безвозмездное пользование отдавать землю будут не более чем на 6 лет. Пока законопроект принят облдумой только в первом чтении. Еще предстоит определить условия и механизмы выделения участков. С начала года заведено 32 уголовных дела по фактам сбыта фальшивых денег. Основную массу фальшивых составляют купюры номиналом 5000 рублей. Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют оборудовать торговые точки современными аппаратами для проверки купюр на подлинность и средствами видеофиксации. Польские яблоки пытались ввести в наш регион под видом строительных смесей. Смоленские таможенники на границе остановили грузовик, которым, согласно предоставленным документам, из Великобритании в Россию по транзитной декларации, оформленной таможенными органами Республики Беларусь, возились сухие строительные смеси. При досмотре выяснилось, что в грузовике находится порядка 20 тонн яблок, страной происхождения которых, согласно маркировке, является Польша. На данный момент по факту ведется проверка. Кроме того, за последнюю неделю из Беларуси в Россию пытались ввести 3 партии несанкционированных товаров. Это порядка 3 тонн яблок, тонна огурцов и 20 тонн капусты.
А сейчас о криминальной обстановке в городе за минувшую неделю и выходные нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 102 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 213 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 163. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 23 человека. На территории города в период времени с 21 по 25 марта 2016 года проводилась оперативно-профилактическая операция «Семья». Цель данной операции – выявление неблагополучных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также самовольно покинувших семью, выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечение их в совершение преступлений и антиобщественных действий, причины условий, способствующих этому. Также выявление родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей. В проведении мероприятий были задействованы не только сотрудники полиции, но и представители субъектов профилактики, системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это и социальные педагоги образовательных и дошкольных учреждений города, представители комиссии по делам несовершеннолетних. За время проведения операции посетили 16 несовершеннолетних и 31 неблагополучную семью, состоящую на учетах. В ходе встреч проводились беседы профилактического характера. Особое внимание было уделено подросткам. А сейчас переходим к новостям спорта. В субботу, 26 марта, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» был дан старт финалу первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей 2003 года. Чтобы принять участие в финале первенства по баскетболу, в Десногорск приехали 10 юношеских команд из 7 областей Центрального федерального округа. На торжественной церемонии открытия спортсменов приветствовали представители Смоленской АЭС и администрации Десногорска. Рада приветствовать вас на нашей спортивной площадке в городе, являющейся сегодня столицей баскетбольного движения Смоленской области. И так что я думаю, что сегодня все вместе приехали сюда, попали как раз в то место, где сможете проявить себя и сможете посмотреть на своих коллег из других городов. Десногорск всегда был спортивным городом, но развитие крупного баскетбольного проекта помогает нам развиваться социально. Сегодня, расширяя проект баскетбола, вовлекая уже огромные массы наших школьников в занятия и баскетболом, и в занятия просто спортом и физической культурой, мы можем предложить в том числе нашим школьникам, нашим тем, кто только вливается в спортивное движение, демонстрацию примеров высоких достижений в спорте, как участие звезд баскетбола у нас на территории Десногорска, так и поездки наших школьников для того, чтобы они могли увидеть игру профессионалов высокого уровня на московских стадионах. Это еще раз подтверждает, что Десногорск – успешный и спортивный город Смоленской области. В первый день соревнований продемонстрировать свое мастерство смогли 9 команд. Команда Десногорска играла с Ногинском. К сожалению, наши спортсмены – начинающие игроки и в неравной борьбе уступили гостям со счетом 87-13. Но борьба продолжается. Игры за лидирующие позиции пройдут 29 марта. В этот же день, в 15:45, состоится и церемония награждения победителей. А в Москве завершился чемпионат России по тяжелой атлетике среди ветеранов. Наш земляк, 76-летний Анатолий Горислов, занял 2-е место в абсолютном зачете первенства. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания.